Так, всем привет и добро пожаловать в мою, короче, в мой, ну, в мою, короче, в новую, блядь. Короче, в Майнкрафт. Так, говорят, что там добавили какие-то новые пещеры, что-то там новую какую-то руду. Мы появились на каком-то острове маленьком. Даже не знаю, хорошо это или нет, потому что мне всегда нравилась какая-то уединенность. Там, где я живу. Чтобы никто не мешал, чтобы никто под руку не говорил. Я думаю, что мы соберем здесь все деревья, которые есть, и поедем куда-нибудь еще, потому что как-то не шибко тут что-то есть. Так, верстак есть. О! А этого я не заметил. Очень даже прикольно, если честно. Мне нравится. Так, поехали. Конечно, качество хотелось бы получше, но денег нет, но вы держите. Короче, что есть, то есть. Что есть, тем мы работаем. Хочется увидеть новые пещеры. Блин, в трейлерах так классно это все показали. Мне прямо, ну, руки чешутся уже. Так, думаю, достаточно. Для топора, кирки и кирка, конечно же. Топор. Хорошо. Пока живем, все хорошо. Ну, вон те скалы мне прям нравятся. Так, я же забыл самое главное сделать. Полезно и для здоровья, и для меня в данный момент. Поплыли. А как вылезти? А забыл же, как вылезать из лодки. Безусловно, пригодится. Это тоже хорошо. Это то, о чем я думаю. Да, это она. Ура! Это очень хорошо. Хо-хо-хо! Хорошо. Yes! Oh, yes! Нам очень сильно повезло. Зачем мне столько сёдел, я не знаю. Офигеть! 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 Повезло, повезло.
Это просто прелестно. Так, дневную плоть, конечно, забираем. Хорошо. Так, динамит тоже пригодится. Так, весь забрал. Нет. Не видно низги. Ладно, все. Можно идти отсюда. Я счастливый человек. Так, и сундуки, кстати, тоже можно взять. Хорошо. Пошли наверх. Так, думаю, сразу можно... Блин, уже скоро спать надо идти. Зато у меня есть чем защищаться. Не, ну, ребят, это очень... Мне очень повезло. Я счастлив просто. Неужели у нас есть херобрин в мире? Еще и корабль. Посмотрим, что здесь. Насколько я помню, я не могу из них так делать. Шерсть. Могу! Все. Мы просто обеспечены. Не, ну это нам очень повезло.